Полиция не раскрывает имя человека, который сейчас находится где-то в западном Голливуде. В результате его действий, не поддающихся логическому объяснению, один человек погиб, десятки ранены, и городу нанесен ущерб на сотни тысяч долларов. Однако программа новости KTLA выяснила, что подозреваемый – профессиональный убийца, связанный с организованной преступностью. Полиция считает, что он вооружен и крайне опасен. Мы продолжаем наше обычное вещание. Не переключайтесь. Канал ABC будет и дальше следить за развитием этих странных событий и знакомить вас с новой информацией. То есть вы хотите сказать, Марк, что этот человек давно известен правоохранительным органам? Возникает резонный вопрос. Спокойно. Спокойно, только... Назад, паскуда! Слышите, спокойно. Только без резких движений. А ну-ка, попробуй. Ну да, попробуй. Не вышло. Верните мне пистолет. А ну еще разок. Пистолет хочешь? Бери. Only the shadows of their eyes.